преклоняясь перед мировой мамонной и западными лжеценностями. Мы видим, что мир устремился к своему грозному и неотвратимому концу. Но Россия, по предсказаниям многих преподобных и богоносных отцов наших, пред концом времен и славным вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, должна еще обязательно воскреснуть. Об этом и поется в прекрасной песне Игоря Петрова «Русь» на стихи Ларисы Кудряшовой.